Современные развивающие игры настолько разнообразны, что детям даже в самом маленьком возрасте можно с легкостью подобрать подходящие игрушки. Главное – найти то место, где представлены качественные товары для детства от проверенных брендов. И в городе огромным ассортиментом игрушек может похвастаться торговый центр «Флора Тверь». Как говорят психологи, игра – это волшебная палочка, с помощью которой можно научить ребенка читать, читать, писать, а главное – думать, рассуждать, изобретать и доказывать. А сориентироваться в многообразии развивающих игр всегда помогут опытные консультанты. Есть игрушки для самых маленьких. Они гипоаллергенные, из дерева. Это различные пазлы, пирамидки. Также есть вот такие модные электронные игрушки от Азбукварика. Планшеты, смартфоны, с помощью которых ребенок может изучать алфавит. И большая проблема сейчас, как же оторвать детей от компьютера. Мы предлагаем огромный ассортимент наборов для творчества, где ребенок вместе с родителем может творить своими руками. Например, вот такие магнитики из гипса можно создать. Также у нас в отделе есть такие прекрасные неоновые фрески. Дети их очень любят. Эта фреска потом ночью будет светиться и радовать ребенка. Мама с дочкой может сшить своими руками вот такую прекрасную куколку. И очень рекомендую присмотреться вот к такой вещи. Это настоящая музыкальная комната в миниатюре. То есть здесь есть даже подсветка. Детям очень интересно. И в принципе это подойдет для детей уже постарше, лет от 10. Во Флора Твери правда масса игрушек для развития мелкой моторики. Это бизиборды, конструкторы, готовые наборы для вышивки, пазлы. Развить фантазию и творческие способности помогут наборы, с помощью которых можно самостоятельно слепить картину из пластилина, магниты из теста, сварить красивое мыло, создать авторские свечи. Легко и почувствовать себя художником, взявшись за рисование картины по номерам, гравюру или алмазную мозаику. Прокачать логику и интуицию помогут настольные игры для всей семьи. А еще здесь предлагают приобрести для ребенка настоящий дом. Обучающий домик раскраской выполнен из экологически чистого картона, а благодаря специальной конструкции он с легкостью собирается без использования клея и ножниц. В нем ребенок сможет удобно устроиться и, например, почитать книжку. Художественную или обучающую литературу можно подобрать также во Флора Тверь. Большой ассортимент тестов для детей от годика. Есть вот такие вот альбомы по развитию речи, различные тестовые задания, исходя из возраста вашего малыша. Огромный ассортимент художественной литературы советских и зарубежных авторов. Есть даже вот такие вот любимые детьми панорамные книжечки. Эта книжечка визуализированная, соответственно, дети ее очень любят. И можно с самого раннего возраста читать малышу, и он будет очень доволен. Многие взрослые, приходя за подарком для ребенка, вспоминают свое детство и невольно выбирают те игрушки, с которыми связаны теплые воспоминания. Я выбрал вот выжигатель, я хочу сына приобщить к этому замечательной традиции, которая сейчас уже не так популярна. Вот у меня, кстати, с детства был вот такой выжигатель. Он, хотя наиболее популярные были вот такие. Но сейчас еще появились новые выжигатели, вот такой типа паяльник. Выбрал я выжигатель, выбрал я готовые есть наборы такие уже фанерок разрисованных. И также взял вот набор акриловых красок. Раскрашивать мы будем вот такую вот штуку, замок из дерева. Его надо собрать, это конструктор. Много всего интересного есть, прям глаза разбегаются. Вот для друзей купил вот такую штуку, это можно в компании играть. Это игра Imaginarium, вот такая классика жанра. Все игрушки во Флора Тверь сертифицированы и в основном представлены российские производители. Расширился и отдел детской одежды, где можно подобрать гардероб на все случаи жизни и любую погоду. И не забывайте, что весь ассортимент детского отдела представлен на сайте торгового центра. Очень удобно выбрать все онлайн и заказать доставку по городу. Флора Тверь работает без выходных и находится в Больших Перемерках, 28.